Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить вкуснейший блинный торт пенек. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала готовим тесто для блинов. Сегодня у меня блины на сыворотке. Разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сахара, пол чайной ложки соли. Взбиваем до однородного состояния. Просеиваем 2 стакана муки. Перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку соды и подливаем небольшими порциями 1 литр теплой сыворотки. Размешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и даем тесту настояться примерно полчаса. В это время готовим крем. Высыпаем в кастрюлю 260 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 50 граммов какао, 75 граммов муки. Перемешиваем и подливаем несколько приемов 500 мл молока. Размешиваем, чтобы не было комочков. Отправляем на плиту. И варим на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. Обращаю ваше внимание, что пока крем варится, его нужно мешать постоянно. Иначе масса может подгореть. Как только на поверхности появятся пузыри, огонь выключаем. Даем крему немного остыть. Затем добавляем 100 граммов размягченного сливочного масла и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Теперь выпекаем блины. Разогреваем сковороду. Смазываем ее перед первым блином подсолнечным маслом, наливаем порцию теста, распределяем его по всей плоскости и выпекаем блинчики на сильном огне по несколько минут с обеих сторон до золотистого цвета. Можно приготовить блинчики по своему любимому рецепту. Дальше собираем торт. Готовые остывшие блинчики разрезаем пополам. Выкладываем по очереди на рабочую поверхность и смазываем их холодным кремом. Каждый следующий блин должен ложиться внахлёст на предыдущий. Получившуюся блинную дорожку сворачиваем в плотный рулет. Затем этот рулет кладем на следующую дорожку из блинов и снова сворачиваем. Так продолжаем, пока не закончатся все блины. Несколько кусочков блинчиков сворачиваем небольшими треугольниками, смазываем кремом и раскладываем их вокруг получившегося пня, имитируя корни.
Для украшения торта используем печенье-грибочки и мармелад «Малинка». Также нам понадобятся листики мяты или любой другой зелени. Вот и все. Вкуснейший блинный торт готов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.